Друзья, всем привет! Сейчас вот гуляю тут недалеко от своей работы. Вот. Ну и решил записать такой коротенький видосик. Так, пообщаться захотелось с вами. Вот, что вам хотел рассказать. Это. Короче, очень хочу на море. Вообще очень сильно. У меня прям... мечта такая, даже это сны снятся, как я на море, горы, пальмы. Вот, и собираюсь поехать в Сочи 4 июля. Вот, надо будет билеты пойти купить, или сегодня, или завтра пойду куплю билеты уже на поезд. Вот, хочу взять себе это СВ, короче. И поехать. Это у меня давно была мечта поехать на поезде в Сочи. Это давно была моя мечта. Вот, но как бы она не осуществлялась. Вот. И сейчас как бы сложились такие благоприятные как бы обстоятельства, да, что я именно могу осуществить свою мечту. Я могу именно съездить это, в Сочи отдохнуть. Вот. Так что вот такие дела. Хочу на поезде поехать. Вот, взять с собой вкусняшек вкусных, именно, чтобы как дорога была классная там. Ну, может, пивка в дорогу там взять, да, там, кока-колы, там, вкусности всякие там. Вот. Короче, буду брать СВ, я уже узнал по цене. Но СВ это на двух человек. Ну, почему я буду брать СВ именно на двух человек, это я вам потом скажу, уже когда я приеду в Сочи. Вот, так что пусть будет такая небольшая интрига. Вот, а так именно хочется съездить обязательно, потому что я уже, друзья, давно не отдыхал на море. Я последний раз ездил на море в 2019 году. Это я был в Геленджике, вот. И уже, получается, 3 года прошло, да, и я нигде не был. Вот, поэтому хочу обязательно именно в этом году поехать именно в Сочи. Тем более, у меня и отпуск в июле, да, как раз самое то. Отпуск в июле как раз нужно именно поехать и отдохнуть. Самый хороший период для отпуска. И море будет теплое, людей будет много, и там природа красивая, горы. Море, пальмы, очень классно. Так что сейчас как бы сложились обстоятельства таким образом, что мне именно надо именно поехать в Сочи. Вот. Это моя давняя мечта, и вот как бы она идет к тому, чтобы осуществиться. Вот, буду ехать, естественно, из Москвы в СВ. Вот, поезд идет чуть больше суток, там где-то 30 чем-то часов. Вот. Ну, в поезде есть вагон-ресторан, в поезде есть душ, то есть все как полагается. Ну, естественно, туалет, все дела, все нужно. В СВ в самом есть это, ну, телевизор, можно телевизор смотреть, музыку слушать. Вот. Wi-Fi есть в СВ. То есть можно какой-то. Ну, допустим, через телефон там, да, подключить интернет, через Wi-Fi, и по телевизору можно какой-то фильм смотреть вот там. Вот, в общем, все очень круто. Хочу поехать минимум на 10 дней, а может на 2 недели. Вообще отпуск у меня 28 дней, месяц почти. Так что вот такие вот дела. Ну и если Бог даст, все осуществится, если, друзья, я поеду в Сочи, да, то это, ну, то буду оттуда, естественно, и ролики снимать вам, и буду и стримы проводить, чтобы как бы контент был интересный. Как говорят, буду завозить контент, чтобы было интересно вам смотреть. Вот. Так что, друзья, вот такие вот у меня планы на жизнь. В планах поездка в Сочи. Вот, очень хочу на море, хочу горы, пальмы. Хочу и город сам посмотреть, и вот то, что и поехать на поезде в СВ, это тоже круто, классно. Вот, так что, вот такие вот дела. Ладно, друзья, спасибо вам огромное за просмотр. Спасибо, что пишете мне хорошие комментарии. Я вас очень всех люблю, ценю, уважаю. И запомните, что если бы не вы, и не было бы этого канала, вот, и не было бы и видео,
Так что то, что существует канал и существует видео, это все благодаря вам, друзья. Так что спасибо вам огромное и до скорой встречи. Увидимся.